Всем здрасте. Ого, друг мой бежит. Ай, ты дружочек. Пошли, я тебя накормлю. Вышел на улицу. Вспомнил, платить надо меня в Сбербанке, да? Дружочек, за крышу платить же надо. 9 апреля сегодня. Ну идем поближе, не стесняйся. Тряпы я пока за сигаретами пойду. Что, не хочешь? А, кушай. Ешь давай. Да, вот чуть-чуть перестал я, поэтому и пошел. Так их потихонечку льет, льет, льет. Ну что, дружочек, ты сколько там скряпал? Да что ж ты так медленно ешь? Я уж и сигареты купил, и... О, Господи! Ну, на! И вот... Дружок подошел, с рук ест. Иди, дружок, у тебя есть, вон. Ну ты ешь тогда с этой. Ты не хочешь, то не есть. Шашлыки тут, вот кафе тут шашлыками питаются. Вот этого подруга, по-моему. Ты с биркой же, да? Ну... Дружка, две подруги тоже, как у Рыжика. Чё ты худая какая-то, вообще жесть полная. Нет, это другая, та пополнее. Вторая у него. Бикса. Дружила. Еще тот фраер. Слушай, дружок, давай я тебя отсыплю и пойду. Мне некогда. Сейчас Сбер закроется. Короче, я им высыпал. Пусть ест. Что, дружок, так смотришь? Да, да, ухожу я. Ну что ты не кушаешь? Дружочек. Тут... Не толкай меня, упаду. Мокрый ты, дружочек. Весь в дожде, весь в дожде. Весь. Или пойдешь со мной в Сбербанк? Пошли, проводишь меня. Пошли. Пошли, потом придешь, докушаешь, никто там не возьмет. Пошли. Идем со мной. Вот, видите, какие лужи. Пошли, дружок. Дружок. Да, прохладненько на улице, я вам скажу. Я даже не посмотрел, сколько градусов. Пошли, пошли, ну что ты стал? Дружок. Смотрите, не хочет он со мной гулять. Дорогу перешел и встал. Скажет, он ведь на мой, наверное, пойдет, а мне что там делать? Не хочет. Да, не пошел. Что-то роет, что-то... А вон дружок где пошел. Вниз, вниз. Понизу. Дружок!
Жор! Иногда я забываю, что я в городе или там в поселке. Ору, хожу. Дружила. Все-таки пришел. Хожу и хожу, ору, шарик, дружок. Люди ходят, скажут, в натуре больной. А я забываю, что я в городе, там, что люди ходят. В Оренбурге я бы и камеру не взял бы в руки никогда. И тем более так ходить по улицам, орать, шарик, дружок. Все-таки пошел, дружище. Идем, идем, идем. Ну-ка, как ты поднимаешься? О. О, дружок. ЗАГС. Ну что, как ты по лестнице спускаешься? Давай, показывай. Пошли. Пошли, пойдем. О, шустрый парень. Ох, и парень шустрый. Вот, пожалуйста, приезжайте, в аренду забирайте. Да, здоровое помещение. Дружила, нам вниз. Дружок! Так что шарик наш жив. А то такой кипиш подняли вчера. Я подумал, шариков, у меня чуть инфаркт не стукнул. Пришел платить за Сбербанк. Сбербанк не работает. Офигеть! В натуре до 10 надо заплатить, сегодня 10. А сегодня какой день, не пойму, что не работает-то. Пошли, дружочек. Сегодня что у нас, суббота что ли? Или пятница? Тоже к памятнику подошел. Пойдем дальше. Пойдем. У меня зонта никогда в жизни не было. Люди с зонтами ходят, а я как-то не могу. У меня такое ощущение, как комсомолец будешь идти с этим зонтиком. Интересно, корм доели? Нет, представляете, корм на месте. Ничего себе. Я в шоке. Смотрите, сколько корма.
Ешь, что ты не кушаешь? Офигеть. Кушай давай. Ешь, не бойся. Что-то да. Не доели. Не знаю, говорил, нет, Ирина Константиновна К. Спасибо большое за донат.